Дорогие друзья, мы объявляем неделю стольника. За неделю мы вам покажем вновь прибывших, наших больных, наших выздоравливающих, новости приюта, приветы из дома. В горе и в радости вы всегда вместе с нами. Так было, так есть и, надеемся, будет. Итак, день первый. Арамис. Страшное отравление крысиным ядом. Мы все за него очень переживали. Но парень выжил, абсолютно здоров, уехал на передержку сейчас. Но ему необходим пока присмотр и щадящий корм. Что ж, дорогой, добро пожаловать в новую жизнь. В приюте 2000 животных. Очень тяжело прокормить такое количество. И, как вы понимаете, корм низкокалорийный. Недоедание, а иногда и голод, влечет за собой агрессию собак. Люси – одна из пострадавших в драке за корм. Хорошо, что вовремя успели предотвратить драку и оказать первую медицинскую помощь. В это время находился врач в приюте. В дальнейшем Люси несколько месяцев проходила курс лечения. Заботливые руки нашего волонтера сотворили чудо. И Люси стойко выдержала все процедуры. Валенсия. У нее инфекционное заболевание криптококкоз. В настоящее время она находится в стационаре у нашего самого любимого, самого лучшего доктора на свете, Сергея Баркова. И мы за нее спокойны. Что-то накупались. Покажи. Ты покажи глазик. Погоди, стой. Да стой, стой, покажи. Нет, ты сейчас поешь. Вот так вот у нас все. Все, грануляция пошла, зарастает. Кушает она хорошо. Сегодня обработали обработаем сейчас, она высохнет стронгхолдом. Сдали общий анализ крови. По анемии у нас все намного лучше. Анализ почти в норме пришел. Ну и все. Таблетки едим. От глистов обработаемся. И домой. Марк поступил к нам с огромной опухолью на груди. Был прооперирован. Уже сняты швы. Пришел результат гистологии. Доброкачественная липома. Кто бы мог подумать, что будет радостно от этого диагноза. Марк!
на задние лапы заваливается. Вон. Какие медвежата. Медвежулечки такие. Красотулечки, медвежулечки. Три брата из ларца. Одинаковый шлица называется. Заберите нас домой. Называется. Ты мою пупочку. Вы такие маленькие. Лопатушечки. Да. Как мы хотим домой.